Белоруссии. Да. Не случайно у вас такая большая смертность. Смертность в Эстонии, очень большая от рака желудка. Это все иллюстрации вот этой контаминации. Даже до Чернобыльской сейчас еще. Эстония тоже... самая плохая территория. Да, самая... Ну, посмотрите, состояние здоровья у них тяжелое. Как и у вас, в принципе. Тут разницы большой нет между Литвой, Латвией и Белоруссией. Да. И загрязнение именно 60-х годов. Огромнейшая доза. Это все то, что Чернобыль принес. Это еще перед Чернобылем. Да, мы видели, что даже в Белоруссии тоже перед Чернобылем уже все. Я вот эту карту показываю и буду ее еще показывать. Так что надо сейчас... Мы как раз вот, к сожалению, в воскресенье больше не будем. Мы тоже не будем, я уеду. А, ну вот нам сейчас за 2 дня надо все сорганизовать. Rehabilitation. Футбол rehabilitation for c'est le système qui j'ai protégé la zone contaminée beaucoup beaucoup fort. C'est très intéressant contacter avec représentant Lettonie. Parce que c'est très intéressant pour puisque j'ai protégé l'idée qui la zone contaminée et lui commence à 60 années. Dernier siècle, 60-х годов прошлого столетия. Do you understand? Yes, I understand the French. Yes, Mélan français. Il comprend. Mélan français. Your special French. Mélan, il comprend. C'est spécifique. Elle parle russe. Да. Я говорил по ей, что она пишет. Да, и это интересно очень. Это очень интересно в том плане, что сегодня это санитарная ситуация, это еще до Чернобыльские, а Чернобыль еще вторая волна, может, третья. Мы faisons recherche sur la Baltique. Oui, oui, elle part. C'est bonne idée d'organiser cet internet institut. C'est bon. C'est très contaminé, la Baltique. There are many. What language do you know? French. Okay. A little English. I see. A petit little. Entre nous recherchons la contamination de la Baltique et les effets sur la santé. У вас, конечно, прогнозы по здоровью очень плохие в вашей стране. Вашей и стран Балтии очень плохие. Вы смотрели статистику вашей смертности заболеваемости. Ну, знаете, как... Там прогнозы очень плохие. Другое дело, что прибывает население, может быть, из других стран. Как-то размывает страна, не очень большая по численности, но вообще, конечно... Литовскую статистику давали, смотрел. Ну да, потому мы сейчас думаем, что надо делать целую организацию, которая занимается и контаминацией, да? Там есть технические способы, как это все, где можно жить, где можно... Нигде. Нигде, вы считаете? Нет, даже? Жить-то можно, но просто... У нас где так, можно так растить все... пищу и так далее? Ну да, если пытаться еще смотреть какие-то элементы, ну понимаете, много элементов распалось, например, цезий тот же, Чернобыльский. Часть его осталась. Последствия вы уже имеете в виде мутации, в виде реализации в этих... Понимаете, я буду об этом говорить, насколько мне получится, 20 минут очень мало. Я буду говорить о этом синдроме, который я представляю, и о нем говорю как базе для того, чтобы мы поняли, почему люди болеют сейчас и что происходит с ними. И сейчас, может быть, оценка других элементов, трансурановых других, которые остались, они тоже крайне опасны для здоровья. Но сейчас очень важна оценка состояния здоровья и меры, которые бы позволили сохранить людей, которые пострадали уже в своих генеалогических древах, уже второе, третье поколение семей, и которые несут реализацию этой информации, которая уже была нарушена, понимаете, в предыдущих поколениях. И здесь вот очень важно понять, что, как с ними обращаться, чтобы не провоцировать возникновение болезни. Вот это вот... Это возможно? Возможно, я буду говорить об этом. Это основная программа моя. Ну, не чудо, просто то, что я делаю. То, что я делаю, то я делаю. То, которое мы ищем, везде не можем найти. Информация просто... Понимаете, вот новые сплетки, например, ситуации, связанные с Фукусимой, это новые радиоактивные элементы, которые прибывают, они провоцируют ту патологию, которая была реализована, начала реализоваться в генетическом материале у нас. И вот, например,
я буду говорить о раке щитовидной железы. Основа его закладывается именно в комбинации, инкорпорации двух элементов. Вот этого долгоживущего цезия и короткоживущего йода. И у нас у всех практически цезий в организме есть. И в больших концентрациях в щитовидной железе. Но когда приходит йод, вот эта комбинация провоцирует ситуацию. Поэтому сами понимаете, что это группа риска. Вы говорите, что у нас он есть радиоактивный? Тоже? Конечно, радиоактивный. Даже в небольших количествах он есть. Он не может уйти. Его слишком много. Есть, правда, тело справляется. Но не справляется, к сожалению. Но все-таки мы не можем от него избавиться, потому что в продуктах нормы санитарные. Это те нормы, при которых цезий в организме предусмотрен. Не в организме, в пищевых продуктах. Естественно, в организме. Если вы думаете, что это норма, это не ноль, к сожалению. То, что сказать, мы критикуем, я критикую. Ну вот тут нам надо хорошую организацию поставить, международную, да? Чтобы нашу пищу, воду... Контроль должен быть очень жесткий. Это нужно, такую идею нужно пропагандировать, потому что цезий провоцирует эти генетические дефекты. Вот, например, если имеется склонность к возникновению мультифакториальных пороков в семье, то даже небольшое количество цезия в период беременности провоцирует возникновение этого вида пороков. Это мы показали, я это продолжаю заниматься, насколько у меня есть возможность, к сожалению. Таких возможностей мне много не дают. Но мы сейчас их создадим. Мы потому приехали. Делаем международную организацию. Мы комитет уже сделали, который вот это требует, да? Мы были в Италии и встретили ваших друзей, там, Массимо. Да. А ваша жена тоже приехала? Скоро будет, да. Сейчас будет, да, очень приятно. Ну, замечательно, потому что я всегда приехала вообще встретить вас, потому что мы только что издали эту книгу желтую, «Фукушима». Вы ее увидите, она тут целая большая коробка пришла с 20 книгами, и там ваша статья самая первым образом, самая сильная статья из Lesbos Conference. В Lesbos хорошая конференция, японцы перевели ее на японский язык. И сейчас мы хотим сделать еще... Я привез тоже три новых книжки на французском. Мы сейчас планируем еще одну конференцию в... Как это? Осенью, да? И это, конечно, уже на Фукушиме. Ну, похоже на Лесвос, значит. If you are taking it, si tu prends un bus, ah bah il existe des tickets pour abonner pour la journée. Ça c'est pour les bénis. C'est pour les tickets pour des jours. Non, c'est 20 jours. Non, c'est pour plusieurs jours. Merci beaucoup, Adam and Vivi. Merci beaucoup. C'est pour nous, Bénédicte, pour les tickets. C'est le ticket pour le bus. Pour le bus. Pour le bus. It's worth 20 francs and you get about 6 or 7 trajets. Okay. Where do we put it in there? Into the machine? You'll see there's a little thing. Yeah, at every bus stop there's a thing for paying. You put one of those in and then... Okay, great, thanks. Так что вот такие дела. Да, и сейчас вы в Украине, да? Пытаюсь делать в Украине. Трудно сказать, где я. В связи с тем, что я нахожусь в изгнании, поэтому, понимаете, ситуация такая, что... Ну вот мы приехали понять, потому что только догадываемся. А что понимать? Человека выгнали из страны. Он не может найти, работает, занимается своим делом, пытается реализовать свои идеи, мысли, те, которые... Жизненно важные для... Естественно, что я ищу возможность реализации. На земле. И достаточно прилично поработал после... Вот 6 лет я уже не дома. И не могу туда приехать. И мы будем... Я вообще рада, что видеть вас в такой хорошей форме все-таки, потому что это ужасно, как вас забили. Ну, да? Что делать? Нужно работать, хоть же плакать. Сильные люди. Вот это как его. В Украине есть возможность. Будем делать в Украине. Хотя там тоже свои проблемы очень много. Ну, конечно. Очень много. Сверх... Там ведь, я думаю, там даты над Киевом тоже... Сверх крыши и там... Неправильно поставлены, потому что там странно. Я думаю, Киев тоже довольно загрязнен. Ну, дело даже не в Киеве, а даже в той зоне, которая официально существует. И вообще в той ситуации, в которой оказались... Более 2,5 миллионов людей официально. Да, да. И вообще это
стратегическая позиция при разработке концепции защиты здоровья людей, она важна. Ну, конечно. Ее нужно сегодня отрабатывать. Ее надо было раньше отрабатывать. Я ее пытался всегда надо было, да. внедрять с 90-х годов, когда начал организовывать медуниверситет. Так у вас наверняка уже есть разработки из старых времен. Вот этим и работаем. Мы можем их оживить сейчас, да? Вот надо только нам ресурсы получить. Может, для администрации этих всех проектов. И, но я, насколько поняла, тут тоже ресурсы. Все закрыто, все. Да, естественно, что ресурсов но... будет немного. Потому что сегодня мы поставим главный вопрос, задачу, ну, действительно, создание экономической базы для независимой науки. Да. Целую сеть создать на базе наших уже контактов, да. Целый глобальный институт создать, и чтобы были независимые эксперты с абсолютно стабильными доходами, да? Это труднорешимая задача. Это надо сделать, иначе... Практически независимая, не труднорешимая задача, потому что, как только говорится о зависимости от материальных благ, тут желающих очень мало работать. Нет, ну чтобы был просто, ну как говорится... А вот источник финансирования, конечно, зарплата. Зарплата должна быть, стабильная зарплата. Мы ведь знаем уже специалистов, на которых можно положиться, да? И каких-то 12 таких специалистов на зарплату поставим. И это ведь, как говорится, очень-очень быстро надо сделать. На анализ это крайне важная ситуация. Да, потому что сейчас ведь вообще экзистенциально жизнь на планете стоит под вопросом. Вы правильно мыслите, да. Да? Но мы тоже в воскресенье утром уже уезжаем, потому что 2 дня будем работать. Да, 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 да. Очень приятно. В Japan, mais il n'y a pas de problème. Nobody did it. So, which is so. なんだって調べていったら福島競馬が始まるので競馬をみんな来るからって言っても何をやってるんですよ本当にねしょっちゅうそういうイベントをね持ってきてねすごいですよ、ね、地べたに座ってみるんですかBonjour. Alors là devant l'épicerie, il y a un petit rond. Mais tu peux pas louper, tu sais. On peut pas louper. C'est ouais. Direction jeune. Parce que je vais prendre mon bus. C'est juste de l'autre côté de l'arrêt de bus. C'est l'arrêt de bus de l'autre côté. D'accord. Ça s'appelle aussi. D'accord. Absolutely, but tomorrow, because I'm bringing the car tomorrow. Yeah, I mean, in fact, I happen to have two here to show to. Do you have two with you? Yes. Hello, Eric. Ça va? Oui, toi. This is on YouTube. There will be. Documentary about this event, just live, everything like such a radioactive BSR on YouTube. Très bien, merci. Là. C'est différent la concentration, c'est pas pareil. Mais ce n'est pas plus grand que, I mean, que... Non, c'est pour, non, mais c'est pas uniforme. Pour attendre. Pour bloquer l'énergie, le créatine phosphokinase, des fois, qui, les organismes 50 becquerels à kilo, en cure, c'est incroyable, puisque potentiel de l'énergie est réduction des fois, 3 fois. C'est pas possible, résistant, autre. Проблем, все нормально. Все bien, je regarde, все bien. Все bien. Все bien. C'est pour moi? Non, demain, vous donnez? Vous donnez demain. Завтра принесу все. Но смотрите,
Не забудьте. Нет, ну завтра будет вся... We'll give them on tomorrow. Хорошо. Завтра давай. Будет 20 штук. Спасибо. Хорошо. Merci beaucoup. C'est une nouvelle publication. International. Did you get one at least? No, no, she's got two here. We don't. Yeah, I've got all of them, in fact. Yeah. But can we have one to show around? Today? Oh, all right, okay. Will you give it me back at the end of the press conference? Yeah. I'll be bringing all of them. Yeah, okay. Well, I don't want to go to Singapore, do I? Yeah. We have to show. This is it. We have to show this around. Yeah. Ah, formidable. They're on. They haven't seen it. Look, you can show it around. This is tomorrow. Demain, nous envoyons des copies de cela ici à la conférence, oui. Mais c'est un copie. En anglais, monsieur. This is, yeah, sorry. I'm in Russian and English. And, complicated. Yeah, no, this is I prefer it in English. Okay, these are the conference proceedings from Lesbos, but we've made this book, and we're going to have a lot of these here tomorrow, so people can buy them tomorrow. Mm-hmm. This one is just to show around. Mm-hmm. Yeah. Did you bring the many copies on this? Yeah, we've got 20. Tomorrow will be 20. 20 copies tomorrow. Okay, 20. Okay. Yeah. But today we can show around. I'm looking for. This is quite important from the point of view of Fukushima. Oh, yeah. There's lots of pictures. 19 scientists. Yeah. Mm-hmm. Oh, good. Yeah. There's a lot very, of stuff very here. Essentially. And we have Bandashevsky's paper here too. Oh, yeah. Because he was here. Oh, yeah. Yeah. This one. Mm-hmm. This one. I know. Yeah. Okay. This one, I think we put on the internet because I sent it to the people in Japan and they put it up on the internet. That's one kind of translated it into Japanese and everything. Mm-hmm. Okay. Great. So, my name is Victor Yetimo. Hello. Mm-hmm. Hello. My name is Matsui, Dr. Matsui. Dr. Matsui, yeah? Please call me Eisuke. Eisuke. Oh, God. First name. That is not easy. I'll have to write it down to okay, learn. Okay, no, yeah. But my condolences to what they did, to what happened to your nation. Mm-hmm. God. Yeah. God. Yeah, very difficult, the situation. So we will be working. We have been working all year to try to assist this disaster. Mm-hmm. But have they started to evacuate people around Fukushima longer than 20 kilometers? Personally. The Japanese government and they have been doing nothing. Still? The contamination. Still? That they say, only contamination. And you can live there, contaminated area. Still that's bad, a problem. Bad. That's a very, very serious problem. Terrible. It's worse than Soviet Union. Soviet Union, they evacuated their people. And they were not many, but in Japan, they were so densely populated. Yeah. Mm-hmm. But the most important thing is to save the children. To save children? Save children. But everybody, God. Everybody. They will get all diseases. We have to... Do you have some idea? Will you suggest something, how we can help you to... We have the established association, citizens and scientists for the internal radiation. The understanding of the internal radiation is very essential. Exactly. To resolve the problem. But right now we sort of don't have time to inform everybody. We have to inform the government so they get the resources to evacuate people, because they have to be informed, yeah? Yeah, they have to be. But they are informed, aren't they? They are informed, yeah? No. Still not. Japanese government says
the decontamination is the most important. If the contamination is carried out, then you can live there. You can come back. But your government has become your enemy. it's sort of enemy government. That's the most serious problem. Yeah. Tragic. But do you have people in Japan who are trying to organize themselves, some kind of we are move now out? Yeah? Some kind of evacuation citizen movement. Mm-hmm. Yeah. It's being organized, yeah? Oh yeah, we're now preparing to but the people who live in Fukushima Prefecture that they have to decide themselves. Yeah, but they are not informed properly. Yeah. No. That's yeah. We have to. Oh God, this is terrible. We have been having. Terrible. It's terrible. Okay, I would like to give my card. Thank you. May I have yours? I don't have a card, but I will give you. I'll write down to you. Okay, okay, that's. And you can always find me through Christopher Busby because I'm working with him. Ah, so? Okay. Yeah, we are working together. Okay. Great. Okay. Oh, Eisuke. Eisuke. Yeah, great. Yeah, please call me. Yeah, I will. Your name? Ditta. 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 Okay. Thanks so much. Good luck with the conference. Ah oui, oh, it's started. It commence, oui. Oui.